Кадры величественные и одновременно жуткие. Извержение одного из крупнейших в мире вулканов Аса. Это на острове Кюсю в Японии. Картинка чуть ускорена, но от этого масштаб только ощутимый. Клубы дыма и пепла на 3 с лишним километра в высоту. И кажется, совсем рядом люди. Многие стараются покинуть опасное место. Говорят, кто-то в этот момент был и на склоне, но успел убраться. Вообще, это заставило перелистать в памяти подобные опасности хотя бы последних 2 недель. Переложим их на карту с местами главных тектонических сдвигов. 7 и 8 октября. Остров Ла-Пальма, Канары. Землетрясение магнитуды свыше 4 и извержение вулкана. В Пакистане трясло 5,9. В Японии, в районе Токио, 6,3. А вот уже эта неделя. На той же Ла-Пальме уже 4,8, плюс снова вулкан и новые точки. У острова Крит землетрясение 6,4. Даже в Польше 4,6. И вновь Япония. Не часто ли, может, начинается новый период глубинных подземных движений –